Привет! А как тебя зовут? Меня зовут Ребекка. А тебя? Ты Меган? А, блин! Как я понял, в этой игре мы будем работать в морге и ухаживать за трупами. Очень весело. Игра называется The Mortuary Assistant. Это демо-версия, но сейчас ее все снимают, и мне стало интересно, что это за игра такая, поэтому поехали. It was just really weird. Мы Ребекка, я так полагаю, и мы разговариваем с подругой по телефону. Так, это была не моя вина, мне очень просто тревожно. Я должна была закончить свои дела. И он сказал, что... Блять! Я не успеваю! Wait a sec, I have another call. А, так, ей позвонил кто-то. Это Раймонд. Редмонд? Чайник? Так, я хочу извиниться, ты проделала фантастическую работу. Я просто чувствую себя не очень хорошо. Собственно, поэтому я и звоню. Я знаю, что поздно, но... Три новых, не знаю, что такое кадаверс. А, наверное, это трупы. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Дайте мне выдохнуть. Bye. Как-то он странно сказал фразу «I'll Holy see you tomorrow». Shit. That was him. He signed me on. Согласен, подруга. Congratulations! Блять, тебя уроют в этом морге, ты понимаешь? Значит, мы, Ребекка, разговаривали с подругой. Ночь, дождь, вот такая вот ламповая квартирка. Она жалуется своей подруге, что вот меня выставил босс, сказал, езжай домой, все, ты уже все, что нужно, сделала. Ей показалось это странным, потому что у нее еще были незавершенные дела. И, в общем-то, как я понял, что сейчас он ей позвонил и сказал, слушай, я просто себя чувствовал не очень хорошо. В общем, там три новых трупа, так что приезжай. И, собственно, я так полагаю, сейчас мы должны направиться в морг. Давайте сначала осмотримся. Сразу могу сказать, очень ламповая атмосфера. Только посмотрите, за окном дождь. А я, собственно, поэтому и тоже решил записать хоррор, потому что у нас сейчас тоже дождь. Тоже отстойная питерская погода, как обычно. И вы только посмотрите, ну, не знаю, в этой игре прямо хочется остаться жить. У меня, кстати, тоже горячий чаечек. Видите, даже пар идет. Только заварил. Не видите? А так? Ну вот. Тут можно взаимодействовать с предметами. Книга «Самые хорошие люди мертвы». Я не удивлюсь, что с нашей Ребеккой произойдет что-то странное в дальнейшем, потому что хранить такие книги дома, это нужно быть полной дурой. Кстати, ребят, всегда вам хотел показать свою коллекцию картин. Есть такая. Есть такая. Такие милашки. Вот мои ключи. There we go. There we go. Ладно, поехали. О, посмотрите на эту красоту. Блин, мне уже показалось, что там кто-то стоит внутри. Мне кажется, немножко странное здание для морга. Хотя я не специалист, поэтому... Alright. Я дома, сучки. Твою мать. Вот это точно страшная картина. Знаете, похоже на кадры с каких-нибудь попсовых клипов по типу... I just shit myself. Ну, по типу того. Крест наверху. Прикольно. Они закрываются. Я уверен, что вам тоже на 1000000% стало уютнее после того, как я закрыл эти двери, не так ли? Нет, но если вы хотите, пожалуйста. Нет, все. Я закрываю нахер. Нахер, все. Опять же, довольно-таки уютный ламповый офис, если это можно так назвать. А сочетание ламповости, то есть зоны комфорта и хоррора, это не есть хорошо на самом деле. Клипборд. Форма для выполнения наших задач. Окей, бери. Молодец. Пустые ящики. Ключи. Так, это что такое? Я понял. Это намек на то, что у меня будет выбивать свет в этой игре, не так ли? Мне кажется, или я обосрусь. Здесь у нас туалет. О, привет. Приветик. Меня зовут Ребекка, и я работаю в морге. Так получилось, что мой босс позвонил мне в 3 ночи и позвал меня поработать, поухаживать за трупами. Пожелайте мне удачи. Здесь у нас записка. Ребекка, спасибо за то, что пришла так быстро. Тело на данный момент находится в этой вот комнате, и оно уже готово, так что верни его в морозильную камеру, начинай работать со следующим. Твой Редмонд, то есть... Ну, конечно же, обязательно нужно такой длинный коридор делать. Hello,
Alright, привет, как тебя зовут? Меня зовут Саша, я диктор канала «Мастерская настройки». Вы только посмотрите, здесь даже морг ламповый. О, господи, что это за милые прекрасные обои? О, так, я так полагаю, это как-то так работает, да? Тут специально такую медленную мышку сделали. Значит, тут у нас лежат тела, да? Ты у нас уже готовенький. Тебя нужно положить в одну из этих камер, да? Hello. Мы с тобой еще встретимся, я так полагаю. Может быть, это не его камера? А, да, они здесь разные. Вот это пустая. Что это за херня была? Кладем. Вот. И задвигаем. Все, спокойной ночи. И нам нужно достать следующее тело. Оно здесь одно. Стоп, а разве он не говорил о трех телах? No, it's late, but we just got three new cadavers. То есть вот мы его положили, нашли какую-то женщину и... А где третье тело? Или он имел в виду мое тело? Не знаю. Ну ладно, бабка, выезжай. Да хватит моргать! Господи, как-то то тело мне нравилось больше. А мне обязательно вот именно вот так, да, вести? Спиной. Ой, сейчас что-то будет, я прям чувствую. Ой, не просто так это сделали. А, ты кто такая? Привет, а ты заблудилась? Так, значит, у нас есть наша карточка. Это у нас Криста Харрелл. Ей 81 год. Ну, я бы... Так, сказал, что у нее довольно-таки неплохая фигура для 81-летней бабули. Наверняка она продала свою душу дьяволу, чтобы получить такое тело. 81 год. Нужно ее осмотреть. Ротейт. Ну, поворачивайся. Так. А, нам нужно найти повреждение, я так полагаю. Ляжка. А, это ручка. Господи, это она сама поворачивает? Криста, можете, пожалуйста, ручку повернуть? Ага, спасибо. Так, ножка. Да твою мать! Чё тебе нужно? Ну ладно, сама выключила, сама включи. Молодец, все правильно. Ну я так полагаю, это тип скримера, к которому подходишь, и он просто исчезает, да? Ну да, блядь! Ладно, насрать, продолжаем свою работу. Мы вообще-то высококвалифицированный специалист. И мы выполняем свою работу на все 100. Отрабатываем свои деньги. Тебя кот, что ли, поцарапал? Поворачиваем. Я надеюсь, она не откроет через глаза свои, ведь это к этому и ведет. А, вот еще одну не увидел царапину. Все? Это все? Да, это все. Нам нужно занести данные в компьютер. Ну, милые обои, я на самом деле такие бы себе тоже поставил. Чтобы когда рано утром встаю и сажусь за компьютер, резко просыпаться. Как это работает? А, все, понял. Так, правое плечо. Записываем. Левое плечо записываем. Вроде как все. Зачем такие громкие звуки делать? Ну все. Пошло печататься. Это наш репорт. Готовый. И что мне нужно сделать теперь? А, я так полагаю, нам нужно вернуться в начало. В первую комнату. И там как раз таки эти репорты все висели. Хорошо, что тут можно бегать. Так, никуда не смотрю. Кладу репорт и валю отсюда нахер. Все, можно уходить. На удивление. Я думал, двери будут уже закрыты, и я отсюда никогда не выйду. Но у тебя есть шанс, Ребекка. Ты можешь прямо сейчас нахрен уйти отсюда и никогда не возвращаться. Че ты зыришь на меня? Че ты зыришь на меня? Hello. Наруто! Мне кажется, она не любит аниме. Это что за херня? Тебе в носу этим пальцем поковырять? Ну что она от меня хочет? Чтобы я туда пошел? Ну нахрен! Ладно, сделаю то, что должен сделать. Наруто! Очень мотивационные надписи. Бог покинул тебя. Я здесь. Надпись гласит. Ой. Привет. А как тебя зовут? Меня зовут Ребекка. А тебя? Ты Меган? А, блядь!
Видимо, ее зовут не Меган. И эта игра возвращает мне мою старую привычку постоянно оборачиваться. Мне это не нравится. Ну, то есть это сон был, я так полагаю, да? То есть все нормально. Следующая задача. Нам нужно смешать какие-то ингредиенты. Глютарадехид, метанол, хумктант и формальдегид. И что, мне нужно, получается, искать эти ингредиенты сейчас самому, да? Вы кто такие? Это что за штуки? Это кто-то в окошко постучался? А где мне это смешивать все нужно? Вот здесь? Это у нас не то. Не то. Формальдегид нам нужен. Добавляем. Отлично, у нас все прекрасно получается. Хумктант нам нужен. Добавляем хумктант. Хумектант. Хумктант. Хумктант нам нужен. Добавляем хумктант. О, глютарадехид здесь у нас. Добавляем. И остался только метанол. Где у нас метанол? Только не говорите, что метанол находится в какой-то жопе, в темной комнате. И мне сейчас придется туда идти, искать его. Блять, чуть сердце не остановилось. Ты кто такой? Привет! Почему все такие недружелюбные в этой сраной игре? Не поздороваться, ничего. Это все ты, бабка, виновата. Ты тут всех подкупила, пока лежала в своем морге. Где чертов метанол? А, вот он. Отлично. Далее нам нужно сделать прорез, надрез. И здесь какие-то слишком сложные слова. Я даже по-русски не знаю, как они произносятся. Скальпель. А, ну, скальпель нам нужен и форцепс. Типа ножницы. Я так полагаю, это здесь у нас. О, вот скальпель. Вот ножницы специальные. Да пошел ты в жопу! Тварь! Еще в таких неожиданных местах появляется. Как ты вообще там поместился? Так как я разрез-то делать? Все. Бабка, ты чё? Да я ж пошутил. Она опять хочет, чтобы я пошел куда-то. Опять ты! Да ты сучка с красными глазами! Ну ладно, идем. Это было даже не страшно. Посмотрите на ее пресс. Она явно ходит в зал, серьезно. У нас в морге есть зал тренажерный. Все, не смотри на меня. Ой, могу окошко открыть. Вообще-то я могу сбежать. И если бы я был Ребеккой, я бы это уже сделал. Но так как мы... Ну или не сделал бы. Блин, а я не умею так щелкать. Никогда не умел, пытался научиться, но у меня не получается. Идем к бабуле. Так, это еще что такое? What is that? Молодая Ребекка. Я не иду! Я не пойду! Я ненавижу тебя! Пожалуйста, не надо! Я так полагаю, это какие-то воспоминания. Я не хочу быть здесь без тебя. Пожалуйста. Просто... Я люблю тебя. В общем, наша бабуля начала копаться в наших мозгах. Пожалуйста, кто-нибудь, они убьют меня. Выпустите меня, остановите это. Ну, понятно. Еще одна комнатка. Это какая-то больничная палата. Твою мать. Опять эта сука. Ну, снова здравствуйте. На чем мы остановились? А, так она нам не дала сделать разрез. О, все. Все. А дальше? Спасибо за подсказку. Нам нужна какая-то трубка. Это оно, да? Я так полагаю. О! И что теперь? В общем-то, мы выкачиваем из нее всю жидкость. Закончили. Так, убрать все инструменты. Как новенькая. О-о-о! Вы видели это, я уверен. Знаете, вспоминая сейчас свои слова, я понимаю, насколько же я был прав. В этой игре прямо хочется остаться жить. Не эти. Мне кажется, или я обосрусь. Что дальше? Нам нужен
резервуар Бэк. И, кстати, по-моему, я где-то его видел здесь. Вот. Флекс Бэк. Кейвити Флюид. Это у нас получается вот это вот. Так. А дальше-то что? А, вот. Трокар. Трокар нам нужен. И, соответственно... Я понял. Заполняем тело какой-то специальной жидкостью. Я не специалист по трупам, я никогда не работал в морге, но мне интересно, зачем это делается? Для того, чтобы сохранить свежесть? Не знаю. Ребята, кто работал из вас в морге? Напишите в комментариях. Готово. There we go. И что теперь? Я готов к скримеру. Дальше нужно почистить вот эту, я так полагаю, штуку. Ну да. Получается так. Вот этой штукой, да? Да, о. Так, ладно, я стою сюда и готовлюсь к скримеру. Остался последний пункт. Вернуть тело в морг. Вы понимаете, да, что... Ну вот сейчас точно что-то будет. Возможно, я смотрю на тебя в последний раз. Я хочу пожелать тебе удачи и... Надеюсь, мы с тобой еще когда-нибудь увидимся. Да не дай бог с этой сукой. Такая вот отвлеченная тварь. В лицо пожелал добра, а как только отвернулся, за спиной грязь, говорю. Ну да ладно. Все равно, скорее всего, я ее больше никогда не увижу, поэтому... Поехали. Господи! Бабуль, ты чего? Ну извини, что я не доел твой пирожок с капустой. Я просто наелся. Мне хватило. Так, я могу пока уйти? Пока демон говорит свою речь трогательную. Мужичок первый, которого я отправил в морг, открой мне, я ж тебе помог, быстрее! Look at me. Да я... В общем, демон жалуется, что мне приходится сидеть в этом... дряхлом теле, ну нифига себе дряхлом. Ты себя видел? Я получил свой приз. А, ну вот, в общем-то, он хочет себе более свежее тело. Я так полагаю, сейчас он планирует вселиться в нас, да ведь? Да ты себя-то видел? Бабуля поспортивнее тебя вообще-то будет. Он еще и жалуется. Я просто в шоке. Игра действительно неплохая, она очень ламповая, я люблю такие игры. Со своей задачей она справляется, я обосрался, не знаю, как буду спать сегодня. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие хорроры. С вами был, как всегда, Брайан, до скорой встречи, пока!